человеку свойственно искать отражение настроения своей души в искусстве, будь то поэзия, литература, живопись, музыка. Я знаю это стихотворение, наверное, с третьего класса, то есть уже на протяжении 10 лет оно внутри меня, оно в моей душе. Я стою здесь сейчас перед вами не потому, что я хотела очень участвовать в этом конкурсе, а просто потому, что хотела заразить вас любовью к этому стихотворению. Стихотворение называется «Заметался пожар голубой». Заметался пожар голубой, позабылись родимые дали. В первый раз я запел про любовь, в первый раз отрекаюсь скандалить. Был я весь, как запущенный сад, был на женщин и зелье падкой. Разонравилось пить и плясать, и терять свою жизнь без оглядки. Мне бы только смотреть на тебя, видеть зла глаз златокарий рот, и что прошлое не любя, ты уйти не смогла к другому. Поступь нежный, тонкий стан, если б знала ты сердцем упорным, как умеет любить хулиган, как умеет он быть покорным. Я б навеки забыл кабаки, и стихи бы писать забросил, только б тонкой касаться руки и волос твоих цветом осень. Я б навеки пошел за тобой, хоть свои, хоть в чужие дали. В первый раз я запел про любовь, в первый раз отрекаюсь скандалить. Спасибо.